站森林草莓天空都不经意看你，可不可以住进你的心里，我怎么才能拉近彼此距离。告知你别再哭泣，我心要心跳一支舞，挽着你的腰儿向西 Don't be free， 今天星期五，夜幕在倒数，萤火虫空中飞舞，就把烦恼都甩开，踏进热恋的乐土。I would like be with you， 理想和你遨游在天际，探索乐土星球那些不为人知的奥秘，一切的问题都不算问题，情话怎样说才得体，剩下派对 you are my destiny，你的心里，那怎么才能拉近彼此距离？剩下太多 You are my MVP， 一刻不见都会感到焦虑。闭上你散发出的香气，你的一举一动都让我无比的着迷。如今他果真当选了，而如果当选世界，доченька идем кушать。Позже。Сперва закончу задание. Ешьте без меня. Милая, три дня прошло. Она так три дня не выходит из комнаты. Только и делает, что учится. Скажи, это точно наша дочь? Так, кто спит до 12, потом еще и не выгнать с кухни. Может, у нее депрессия из-за давления в УЗИ. Не думаю. На депрессию это не похоже. А почему нет? В мою больницу ходит множество пациентов с депрессией. Симптомы такие же, как у Мижень. Если не окажем ей помощь, она... Вы мешаете мне заниматься? Станет... Вот такой. Это очень серьезно. Нельзя бездействовать. Джаого, куда ты? В общагу. Поешь перед уходом? Не хочу. Я спешу. Иди развейся. Не хочу я никуда выходить. Ты должна погулять. Послушай, это для твоего же блага. И куда мне пойти? ТЦ, кинотеатр. Иди туда, куда любила ходить, прогуливая учебу. Вот. Возьми. Развлекайся, пока не стемнеет. Придешь домой рано, мы не пустим тебя. Бегом. Давай, иди. Иди, иди, иди. Я хочу учиться! Учись на улице. А ты богат. Но... Получил гонорар за рекламу от управляющей компании. Не успел его отдать тебе. Давай. Милая. Оставь мне немного. Ни за что. Хотя бы одну. Просто пойдем со мной, когда придет время. Скажи мне. Мои соседки Феечки и я. Привет. Чем занимаетесь? Поехала с Ван Мау в Дабоушань. Подработка в языковой школе. Возвращаюсь в общагу. А чего так рано возвращаешься? Мама заставляет меня есть суп, и хочу спрятаться. Что за подарок? Скажи мне. Не скажу. Узнаешь на день рождения. Это сюрприз. Чэнь Мижень. Закопал в нашем школьном парке. Не забудь забрать. Почему не сказал, под каким именно деревом? Сотый день вместе. Давай вместе встретим еще не одну годовщину.
Хорошо. Почему я должна ремонтировать? Сумасшедший! Ремонт в сервисе дорогой. Обойдется в 20 юаней. Нарисуй мне плакат. Сделай фото и распечатай. Зачем рисовать? Печатать дорого. Нам, пожалуйста, большое клубничное мороженое. Нет, один чай матча. Почему вы здесь? Смотрим магазины. Покупайте и арендуйте. Я поняла. Никакой дорогой машины, никакого наследства, нет богатой семьи или корпорации Джуна. Он стал блогером и снимал рекламу, чтобы заработать. Прогуливал занятия, чтобы подрабатывать на стройке. Теперь все ясно. Получается, Джун Вэй не родился с серебряной ложкой. Не волнуйся, я сохраню это в секрете. В секрете? Это не так уж и страшно. Трудолюбивые и добрые работники – самые лучшие. Сегодня праздник, значит, получишь втрое больше, я понимаю. Удачи! Чего такой счастливый? Получил деньги? Как узнал? Подруга дала. У тебя есть девушка? А что, у меня ее не может быть? Это та, которую мы встретили в торговом центре, высокая красотка? Та, что рядом. Чэнь Мижэнь. Почему она дала тебе деньги? Думаете, что я в них нуждаюсь? Не сказала ей, что ты богат? Нет. Не думаешь, что моя девушка очень милая и интересная, даже деньги дала? Ты притворяешься глупым и бедным. Я не притворяюсь бедным. Я и правда беден. В отношениях все должно идти своим чередом. Своим чередом, значит. Вернулась. Мама, хочешь яблоко? Я почищу. Нет. Я на диете. Мама, ты устаешь на работе. Сделаю массаж. Сиди смирно. Не мешай смотреть телевизор. Тогда организую тебе ванночку для ног. Просто скажи уже, что тебе надо. Ничего такого. Можешь увеличить мои карманные? Я знала, что ничего хорошего. 2000 юаней в месяц на личные расходы разве недостаточно? Давай, расскажи, на что их потратила в этом месяце? Послушай, я ем 3 раза в день. А еще покупаю перекусы, так как учусь вечерами. Еще я покупаю чай и фрукты, хожу с подружками по магазинам на выходных и покупаю одежду. Это необходимые траты. Разве 2000 может быть достаточно? Верно. Цены серьезно выросли. Даже капуста стоит 3 юаня за кило. Добавь. Хорошо. Дам тебе еще 200 юаней. 200? Это слишком мало. Согласен. 200 — это... очень мало. Вы что, считаете, что 200 это мало? Минимум 500 юаней. Да.
Мама, ну ты же у меня самая лучшая. Ты же не можешь смотреть, как я умираю от голода, правда? Ты с кем-то встречаешься, да? Нет, нет, ну что ты? Зачем тогда выпрашиваешь увеличить карманные? Отвечай, как его зовут, кто его родители, где живет и где учится? Так, стоп, не надо. Мне вполне хватает. Наша девочка выросла. Добавь ей немного. Ты помыл посуду? Уже бегу. Бегу. Это означает дружелюбно по-китайски. Повторим. Дружелюбно. Дружелюбно. Окей. На этом закончим. Ты отвлекался на занятии. Как сказать по-китайски «красивая»? Красивая. Ты очень красивая. Меня зовут Дилан. Будем знакомы. Приятно познакомиться. Папа, давай помогу. Не надо. Доченька, тебе не подкупить меня. Ты же знаешь нашу ситуацию. А как же твои карманные? Их нет. Похоже, придется пойти работать. Мыть посуду и раздавать листовки. Только на себя могу положиться. Вернись. И мне оставь. Спасибо, пап. Не трать все сразу. Хорошо. Чэнь-ле! Иду, иду, иду. Алло, Чэнь Мижэнь, Джун Дзяго фальшивый богач. Что? Кто фальшивый богач? Джун Дзяго, главный персонаж «Птицы в клетке». Разве он не сын самого богатого человека в мире? Это ложь? Ложь. Меня онлайн-романы не интересуют. Я пошла на занятия. Ну нет, я так зла. Вы не думаете, что это слишком обманывать героиню? Неважно. Богат он или нет? Притворяться богатым, хотя это не так, очень низко. Все его характер. Должна быть какая-то причина. Точно. Чтобы порадовать героиню, он притворяется богатым. Обманывает ее. И героиню не волнует, богат он или нет. Она бросила его из-за лжи. Нет, я не брошу Джун... Я к тому, героиня не бросит Джун Дзяго. Как думаете, если героиня поможет ему пройти через невзгоды и встать на ноги, это значит, что он еще сильнее полюбит ее? Совсем никчемный. Что ты делаешь? Послушай, еще раз такое повторится, и мы немедленно. Хорошо, мы уходим, но это не ты уволил его. Мы решили уйти. У меня есть деньги, я поддержу тебя. Над тобой не будут издеваться. Возвращайся в вуз и иди учиться. Идем. Не обязательно. Любой, у кого есть гордость, хотел бы решить проблему, полагаясь на себя, а не получать помощь от других в критический момент. К тому же, он главный мужской персонаж.
Мальчики не хотят терять лицо. Задевать их гордость равносильно публикации своих селфи без макияжа. Такое не прощают. Чэнь Мижэнь. Думала, я скажу тебе спасибо? Думала, что за 100 юаней можно купить мою гордость? Послушай. Забирай. Слишком мало? Не может быть! Алло, Джун Вэй, не пойми неправильно. Нет. Алло, Джун Вэй, я не хотела тебя обидеть. Слишком прямолинейно. Ладно, действуй по обстоятельствам. Чэнь Мижэнь. Сбросил? Нет. Кажется, я задела его гордость. Чэнь Мижэнь, что же ты натворила? Не знаю. Слышала? Из-за того, что не увеличила карманные, она страдает. Ладно. Я добавлю карманные. Моя супруга очень мудрая. Давай. Идем. Здравствуйте. Здравствуйте. Как будете оплачивать? Вичат. Наличные. Спасибо. Лосы. Здесь. Куан Сауи. Здесь. Бау Цзаго. Здесь. Джауго. Здесь. Цюмяу-мяу. Здесь. О нет. Неужели я и правда задела гордость Джун Вэя? Джун. У него депрессия? Джун Вэй в уборной. Правда, я видела его. Джун Вэй, отпросился. Обозналась. Хорошо, начнем. Проснулся? А ты всю ночь не спал? Спасибо за твою заботу. Отпросился в УЗИ. Пора возвращаться. Уборку оставляю на тебе. Хорошо. Может, клининг наймем? Давай обсудим. Твой громкий храп, пока я чистил краску. Ладно, уберусь. Это же просто уборка. Оставь на меня. Пока. Такой скупой. Неудивительно, что девушка бедняком считает. Джун Вэй, вчера я не то имела в виду. Я не хотела тебя обидеть. Так может показаться, что у меня скрытый мотив. Я уважаю тех, кто сам зарабатывает себе на жизнь. Вчера я Джун Вэю без повода сунула деньги. Небось, подумал, что из жалости.
Но что, если я одолжу ему деньги? Тогда никакой жалости, верно? Чэнь-Мижэнь. Джун-Вэй вернулся? Меня ждешь? Верни деньги. Вернуть? Да. Забыл про деньги. Вчера на стройке я тебе дала в долг. В долг дала? Ты же вернешь их? Ничего, если нет денег, можешь не возвращать. Работа Пэй весьма посредственная. Цветовая гамма — катастрофа. Переделывай. И это... Это же стимпанк, а не парк развлечений. Образ персонажа должен быть ярче, неуправляемее, сильнее. У тебя 3 дня на переделку дизайна. Постарайся удивить меня. Да. Да, Бэй, не рада. Что по клиентам? Мы получили все отзывы. Сейчас пересматриваем потребности клиентов. Закончим через месяц. 2 недели. Хорошо. Что у нас с мироустройством будущей эры? События развиваются в 2078-м, после 2-го космического взрыва. Выжившие люди смогли продолжить жизнь на другой планете с помощью машин, выращивающих яйцеклетки, заменившие обычный метод. Стоп, стоп. Слишком пространно. Развивая предыдущую идею. Хорошо, на этом все. Хотя первый выпуск механической брони имел успех, вы не можете расслабляться. Команда дизайнеров будет всесторонне поддержана. В конце года мы должны быть первыми по продажам. Кстати, позвольте представить. Наш новый стажер, Чэнь-Мижэнь. Ваша новая коллега. Я слышала, ты первокурсница. Круто. Это не все. Она с администрирования. Не специализируешься на дизайне, но пытаешься устроиться дизайнером? Тебя же отсеяли на отборе. Тебе очень повезло встретить нашего арт-директора. В мою команду не могут попасть бездарные люди. Ты еще молода, и тебе предстоит многому научиться. Помоги Раде с проектом «Мираж леса». Учись у старших. Хорошо, буду стараться. Как прошло? Сегодня твой первый рабочий день. Ты встретила миллиардера, наследника богатой корпорации или расчетливого, хладнокровного начальника? Нет. Но там была раздражающая начальница. Я устала. Так и знала. Такой нереальный сюжет только в моих романах может быть. Кстати, Мяо, по поводу того, что Джун Цзяго фальшивый богач. Что там дальше? Чэнь Сяоми тайно помогла Джун Цзяго в самые опасные моменты и ни разу не подвела, и их отношения стали намного лучше. Я думаю, что их ждет счастливый конец. Вместе преодолели все испытания. Так здорово! А что она сделала для Джун Цзяго? Например, она приводила к нему клиентов, помогла решить многие проблемы, разрешала конфликты. Для мужчины главная гордость. Иногда, помогая им тайно, это лучший способ проявить доброту.
Хэн Чанзи. Где же? Спасибо. Чао? Ты же агент по недвижимости. Почему ты здесь? Какой агент по недвижимости? Разве ты и Джун Вэй не раздавали листовки в торговом центре? Что делаете? Смотрим магазины. У тебя есть девушка? У меня ее не может быть. Это та, которую мы встретили в торговом центре, высокая красотка? Та, что рядом? Почему она дала тебе деньги? Не сказала ей, что ты богат? Он притворяется бедняком, что ли? Я должен ему помочь. Дело в том, компания открывает магазин, а я попросил агента помочь с выбором места. И познакомился с Джун Вэем. Понятно. А ты почему здесь? Работаю. Я стажер. Пора вернуться к работе. Хорошо. Чэньмижэнь. А? Думаю, Джун Вэй очень хороший парень. Трудолюбивый, умный и внимательный. Поэтому я устроил его в компанию. Временный сотрудник. Чао, ты такой милый. Хочу поблагодарить тебя. Не за что. Я так и знал. А в каком отделе ты работаешь? Я работаю... Чэньмижэнь в моем отделе. Директор. Я работаю в отделе директора Ю. Это плохая идея. Почему пошла к нему? Если не в топ-команду компании, то к тебе в отдел самым низким показателем? Это просто работа. Счастье важнее всего. Пусть показатели и низкие, зато я не такой сварливый начальник, как ты. Кислая морда. Надеюсь, ты продолжишь быть счастливым после публикации квартальных данных по продажам. Конечно, буду. Я же не такой сварливый, как ты. Мои соседки-феечки я. Офисные войны — это реальность. Неожиданно столкнулась с боевыми действиями. Эй, проект ужасен. Перерисуй. Да, Бэнь. Не желаю больше видеть такую убогость. Чэньмижэнь. Проект... неплох. Рада. Пускай Чэньмижэнь возьмет на себя мираж леса. Она же стажер. У нее нет опыта. Плевал я на это. Главное лишь способности. Хорошо. На этом у нас все. Чэньмижэнь, задержись. Сядь. Ты талантлива. Надеюсь, ты не подведешь. Буду стараться. Кстати, ты близка с Сичао? Нет. Мы раза два виделись. Ясно. А Джун Вэя знаешь? Нет. Разве не вместе учитесь? И не знаешь? Я имею в виду... мы знаем друг друга, но недостаточно хорошо. Просто одногруппники. Да, просто одногруппники. Хорошо, можешь идти. Они и вправду могут быть просто одногруппниками. Джун Вэй, чем я могу тебе помочь? Ha!
Хорошо, хорошо. Хуан Сяо Юэ. Вот, твое любимое. Говори, чего тебе? У меня вопрос. Такому баскетболисту, как ты, талантливому студенту, специализирующемуся на администрировании и проживающим в общежитии, какие необходимо решать задачи? Думаю, только проблемы с Растом. Нет, я не об этом. Отсутствие девушки? С этим я не могу помочь. Может быть, проблемы с математикой? И с этим тоже не помогу. Хуан Сяо Юэ, подумай хорошенько. Думай. Ты чихнул, простудился? Одеяло тонкое или водонагреватель сломался, дай-ка проверить. Не трогай меня. Это потому, что у нас плохо с санитарией. А я аллергик. Видишь? Все лицо обсыпало. Поняла. Спасибо. Что? Что она там поняла? И это зачем? Эй, сделаем перерыв. Угощайтесь. Вот. Берите. Спасибо. Слишком высоко. Похоже, это единственный выход. Чэнь Мижэнь, чего тут делаешь? Шла мимо. Мимо? Завтра у нас матч. Придешь поваляй? Джон Вэй не играет, а для меня это шанс стать лучшим игроком. Джон Вэй, значит, тебя и завтра не будет. Попроси Бао Дзягу поболеть. У него голос громкий, с его поддержкой тебе будет легко стать лучшим игроком. Хорошо. Значит, я могу сделать все, что захочу с вашей комнатой. Джон Вэй, завтра открытие. Я расписал всю процедуру действий. Фоткайся с поклонниками и играй с ними в игры, а также отказывайся. Почему? У меня есть девушка. Это для работы. Чэнь Мижэнь поймет. Не поймет и не должна понимать. Кстати, я сегодня встретил Чэнь Мижэнь в компании. И что? Я подыграл твоей лжи. Сказал ей, что ты временный сотрудник, нанятый мной. Какой еще временный сотрудник? Думаю, Чэнь Мижэнь не волнует, богат я или беден. Я думаю, она заботится обо мне, и это мило. Хорошо, я знаю. Пускай все идет своим чередом. Да, пускай идет. Свободно завтра? Отказываешься фотографироваться с фанатами, потому что позовешь Чэнь Мижэнь на открытие? Я занята, завтра у меня дела. Она не придет? Будешь фоткаться? Не буду, без разницы, придет она или нет. Хорошо, я пошел. Куда ты? Иду работать сверхурочно, придумывать новый план.
Ох, загадочный код. Расшифровывается как «Будь рядом». Цель Ох — создать совершенно новый мир игрушек с главной темой дружбы. Наш основной продукт — это код-друг. Мы использовали самонагревающийся материал. Стоит дотронуться до него, и он начинает выделять тепло. Это не просто кусок пластика вашей коллекции, но и друг, составляющий компанию и дарящий тепло. Прошу всех в очередь. Первые 10 покупателей смогут получить фото с автографом нашего красавца-менеджера. Я хочу! Бегом, бегом! Я хочу! Бегом! Я тоже хочу! Я! И я! И мне одну! Я тоже хочу! Есть еще? А мне хватит! Что происходит? Ты же менеджер. Не хотел фотографироваться, я и придумал другой вариант. Круто. А чей автограф? Мой. Видишь, какой ажиотаж? Отлично.已经足够证明是你，我都不用怀疑，沦陷在这里，舞台踏实的睡意，说明了。